Мои дорогие, всем привет! Как у вас дела? Джамрым неряба, насусынес, неряги дёрым нерябакы. Юрюрум шуан, о юзден телефоном. Дурмию биле, бейле бакалым. Валла, саат 11 олды. Хатта, бираз фазла галиб. Galiba yani bana göre sabah diyelim. Sabahın köründe işte şey gidiyorum pazara. Ablamla görüşeceğim orada. Ablam gidelim dedi. Tamam dedim. Gidelim bakalım neler var neler yok. Buralarını böyle yaptılar. Güzel. Мои дорогие, смотрите. Да, как мне одна девушка написала, камера шевелится. Но не могу, чтобы ходить, и камера не шевелилась. Я так не умею. Не знаю. Вот. Иду на рынок. Сыхье, девочки. С утра, думаю, схожу. С утра. Время-то уже почти 12, я все с утра. Здесь где-то моя сестра ждет меня. Здесь вот в прошлый раз я не показывала вам, качели сделали. Ой, девчонки, на улицу не выхожу, ну, то есть не ходьбой не занимаюсь, аж прям отдышка. Смотрите, как здесь красиво. А вот и рынок. Там, в общем, кричат. Ты любят покричать. А так уже люди с пакетами идут. Там где-то моя сестра. Что-то она хотела приобрести. В общем, мы решили здесь встретиться. Ой. Вот так. На Кызылае азан. Какой мужчина, посмотрите, как он наделся. Деловой, со вкусом. Дедушка со вкусом. Девчонки, пришла сюда. Это называется гамма. Просто гамма, Джамрым. Там есть, в общем, Western Union, то, что я обычно прихожу сюда из-за этого. Вот, там увидела сумочки, купила сумочку маме. Сегодня погода у нас пасмурная, но не холодно. Вот, золотишки здесь есть. Покажу вам сейчас. Кто хочет кусок золота, пожалуйста. Кусок, да? Слитки. Плитки. Слитки. Также есть и... Ну, как это называется на русском? Серебро. Ну, вот, серебро есть. Такие монеты. Кто желает... Ой, мне девушка спрашивала тоненькую цепочку. Забыла я. Так, надо же спросить. Девочка у меня спрашивала. Ой-ой-ой. Сейчас спрошу. Так, а тут у меня сестра сейчас должна появиться на горизонте. Жду ее. Вот у них нету такого тонкой цепочки. Мне нужна тонкая цепочка. Девушка спрашивала у меня цену. Это надо вот туда вверх подняться. Там вверху есть магазины, подряд несколько, и узнать мне, как я могла забыть. Сестра пока появится на горизонте. А, давайте я вот туда схожу и спрошу. Здесь тоже есть золото.
Смотрю, здесь золотишко, попросили у меня. Позвонила девушка. Ну, здесь так болтают, конечно. Попросила девушка золотое колье такое. Какую цену сейчас посмотрим. Ну, такие вот. Вот такие вот изделия есть здесь. Ну, немного, но есть. Здесь еще вот такое есть из белого золота. Попросила девушка из белого золота. В таких магазинах, если честно, дешевле. А вот пойдешь, например, в огромные, да, там намного дороже. Это с сережками повесили, сережки туда симпатичные. А есть еще вот такое, такое красивое прям. Белое золото тоже. Вот такие вот браслетики. Сейчас скажу вам цену. Там уже что-то странное. Так, браслетики симпатичные, смотрите. Столько видов прям. Вот это мне понравилось. Вот это. Интересно. Такая разнообразная. Или вот это. Да, видно здесь. Где мой пальчик? Вот этот. Симпатичный. Так. Вот такие браслеты симпатичные. Вот такая цепочка, белое золото, и такой кулончик. Что-то не видно, вот так. Ну вот, попросили, сняла видосик. Правда, такая дощечка, да, чистая. Он туда на стекло ставит, а там не видно. Вот так вот. Сейчас посмотрим. Так, давайте. Наверное, вот этот вот я вправлю. Симпатичный такой. Да, смотрите. Вот такая симпатичная. Abi de atan sıkıntı diye gel adam verdi ben gittiğim hemen çekip gittim şey boşa bir kompu sökmüşüm hatır ama eksikti. Bana korkunca ben anladım. İlk doğru da bir şey oldu. Korkunç işte. Bak korku görsün. Sıkıntı yapacağım. Yap lan. Ой, господи, как это сложно. Вот так. Вот такой глазочек. Такая цепочка. Цена 2000 лир. Пожалуйста.